Мы все время говорим об объединении. Мы не подчеркиваем в этом объединении, что это 10 сферот. Что такое 10 сферот? Это 9 сферот, в которых раскрывается свет, и Малхут, который является желанием получать частным, на котором, на этом желании получать, производят сокращение, экран. И желание соединиться с девятью первыми, да, с девятью сферот, с товарищами, раскрывается в отраженном свете. И в соответствии с этим, в этом отраженном свете в товарищах облачается прямой свет. И тогда получается, что человек тем, что он правильно соединяется в группе, он тем самым строит свое кли, свою душу. Практическим образом, в действии. Это наша работа. Сокращать себя я должен, соединиться с товарищами, и насколько я их ценю выше себя, насколько я хочу поднимать их в своих глазах над собой, я этим строю условия, что я раскрою в них высшее значение, высший свет. И толкая их наверх, когда я хочу подталкивать их от своего желания раскрыть в них свет Творца, силу отдачи, этим я делаю из них кли для получения света. Итак, я строю свою душу, сокращаю себя, соединяюсь, связываюсь с товарищами, товарищи становятся девяти первыми сферот парцуфа моей души, а я, сокращая свое желание, становлюсь Малхут, и тогда таким вот образом мы начинаем работать с кли души. Я очень надеюсь, что именно таким вот образом мы будем продвигаться и приблизимся к строительству души. Thank you.